Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» была объявлена впервые в 2015 году в рамках Всемирного дня здоровья. Организатор – общественная организация «Лига наций». Ее президент – известный хирург Лео Бакерия, приверженец ходьбы. По его словам, это золотой рецепт оздоровления. В нашем городе пешая акция стартует 4 апреля на стадионе «Арктика». И впервые ее организатором станет Лабытнанская городская больница. Подробности в следующем репортаже. Несколько дней осталось до старта акции «Ворота Ямала. Дорога к здоровью». Куратор проекта рассказала об этапах ее проведения. До старта будут организованы специальные островки. Будут организованы островки здоровья с возможностью измерения артериального давления, забора крови, проведения электрокардиограммы, осмотром врачом-терапевтом, осмотром врачом-педиатром, осмотром врачом-гериатром, то есть это для старшего поколения. То есть много зайцев можно одним ударом, одним щелчком убить, потому что, да, кому-то некогда прийти просто в больницу, да, пройти профосмотр. То есть здесь будет совмещено хорошая прогулка в хорошей компании, плюс начало проведения профосмотра для того, чтобы немного задуматься о себе, о своем здоровье, о своем будущем. Также в акцию будет включен мобильный буфет и островок добра. За проведением события будут следить органы общественного порядка. Любой желающий сможет поучаствовать в акции. Возрастные категории простираются от дошкольного возраста до 65+. Заявку на участие можно подать на официальном сайте Лиги здоровья наций. Кто не сможет зарегистрироваться, тому помогут волонтеры во время самого события. Больше десятка человек уже запланировали провести воскресное утро с пользой для здоровья. Нина Павловна – одна из них. Ведет активный образ жизни, и скандинавская ходьба – ее увлечение. Я начала заниматься 6 лет назад. Это было в Тюмени. Я летнее время провожу в Тюмени. И там, вот в нашем районе, на площадке, группа женщин занималась этим. И я увидела их и присоединилась к ним. Вначале были занятия под руководством специалиста. И все это мне хорошо запомнилось. И это стало любимым моим занятием. Я приезжаю летом, там занимаюсь. А зимой я, поскольку нахожусь здесь, в Лабытнангах, я занимаюсь вот здесь, вот на старте. 10 тысяч шагов должен будет пройти каждый человек. Для кого-то 10 тысяч шагов много, для кого-то это сущие пустяки. Поэтому такое событие, как акция «Ворота Ямала. Дорога к здоровью», Нина Павловна точно не пропустит. Тот, кто не находит времени для занятий спортом, тот будет искать его для лечения болезней. Маршрут ходьбы уже определен. Каким он будет, узнаем во время проведения акции. А пока остались последние штрихи в подготовке к событию. 4, 5. Некоторые участники уже готовятся к проведению акции. Всех желающих присоединиться будут ждать на стадионе «Арктика» 4 апреля в 8:30. Анастасия Шуховцова, Сергей Антропов, программа «Время местное».